feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremblement, balayer pour toujours, je repars à zéro. Нельзя плакать, пока тебе хлопают люди. Давайте еще раз похлопаем, а ты улыбнись это. Вот молодец. А теперь поговори с нами, пожалуйста, расскажи нам, как тебя зовут. Ну, смотри, какая у тебя улыбка красивая. А? Меня зовут Лиза Шалуба, мне 14 лет, я из города Новороссийск. Ну вот. Какая молодец. Взяла и собралась. Ты так пела мощно песню, у тебя было несколько очень красивых, очень точных, таких очень взрослых нот. Особенно вот эти первые «но». И вот если бы ты дальше так же ровненько вот эту колбасочку продержала, понимаешь, немножечко начала подбалтываться. И поэтому немножечко неуверенно, мы слышали такую неуверенность в нотках и неуверенность, ну, скажем так, в позиции. Но это с тренировками над тем, чтобы справляться с волнением со своим, да, который будет не только на конкурсах, но и на каких-то тоже выступлениях. Уже вышла, собралась, стержень внутри есть, и пошла, даришь нам свое невероятное искусство. Понимаешь? Так что не расстраивайся сейчас, жизнь не закончилась ни в коем случае, она вообще только начинается вот в данный конкретный момент. Если тебя успокоит, у меня было столько конкурсов, я никогда никуда не проходил. Пам-пам. Да. Вот правда. Мне всегда не везло. Но в данном случае, вот в твоем случае, я не могу считать, что это не повезло или там еще как-то. В твоем случае я знаю точно, что ты через 2-3 года снова где-то споешь. Я знаю точно, невозможное возможно. Ты это знаешь. Да. Все возможно. Удачи тебе. Даже я заволновался. Как мобиль, улыбайся. Тебе очень идет. Ладно.